Здравствуйте! Сегодня мы с вами решим такую задачку. Геометрическая прогрессия с первым номером, равным 3, вычисляется по формуле cn плюс 1 равняется 2cn. Найдите c5. Итак, что же это за формула? Значит, обратите внимание, 2cn, каждое последующее, равно предыдущее умножить на 2. Значит, двойка – это наше число q. А далее мы выписываем формулу. bn равняется b1 умножить на q в степени n минус 1. Это формула для нахождения n-го члена геометрической прогрессии. Итак, b5. Ну вот в данном случае, вот рука так и тянется даже у меня. Значит, мы с вами должны запомнить, что это c5. c5 это, c1 это тройка, умножить на q, которая равняется двойке. Давайте мы запишем, что это 2. И взято это вот отсюда. Умножить на 2 в степени 5 минус 1. Итак, 3 умножить на 2 в четвертой степени. 2 в четвертой степени это 16. Как посчитать? 2жды 2 – 4. Еще на 2 – 8. Еще на 2 – 16. 3 умножить на 16 – это 48. Спасибо за внимание.